Состояние пациентов стабильно, их жизням ничего не угрожает. Жителей Макеевки и раненых военнослужащих Народной милиции ДНР готовят к операции. Напомню, накануне их доставили спецбортом в Сургут. Тех, кто нуждается в высокотехнологичной медпомощи, ее могут оказать в Югре. Сейчас пациенты проходят необходимые обследования. Из Макеевки на лечение в медицинские учреждения Сургута доставили 22 человека. 17 из них сейчас находятся в травматологической больнице, еще 5 в кардиологическом диспансере. Прибывших пациентов распределили по отделениям. За ними закреплены лечащие врачи, травматологи, ортопеды, нейрохирурги, неврологи. Югорские медики принимали их еще в Макеевке и сопровождали весь путь до Сургута. Наши врачи в Донецкой Народной Республике пробыли неделю. Там они принимали пациентов в рудничной больнице. Каждый из них проводил отбор больных по своему профилю. Командировку, напомню, организовали и курировали губернатор Югры, правительство округа и региональное отделение партии «Единая Россия». Двое пациентов с опухолями головного мозга, одна пациентка с остеохондрозом шейным и остальные пациенты с патологией опорно-двигательного аппарата. Мы их должны обследовать, провести свои обследования, вот, провести консилиумы, потому что случаи большинства непростые, требуют подхода тщательного.